Марк! Ё-моё! Это папа! Я не знаю, но что-то мне это напоминает! Отлично! Оп, прыжок вниз! Эй, пацаны! Погнали со мной! Мяч погоняем! Чебурек, ты что, не видишь? Что мы с Тигной играем? Пытайся из тюрьмы выбраться! Угу! Ребята, а вы знаете эту игру? Кто знает, ставьте этому видео лайк! Пап, я прошу, я сам этот уровень прошел! Да ладно вам! Мяч же интереснее играть, чем этот экран тыкать на планшете! Сейчас мы еще один уровень пройдем и все. Ну и ладно. Да, мы сделали это! Я тут слышал, вы один уровень уже прошли. Погнали поэтому со мной в мяч играть. Чебуречек, еще один уровень, пожалуйста. Ладно, один уровень жду и все. Да, Марк, мы перешли на следующий уровень. Да! Ну так что вы, идете там? Чебуречек, ну еще один уровень пройдем и все. Тьфу ты, тоже мне игроманы. Так, хотят Стигмана, значит, поиграть. Ну я им сейчас устрою супер игру в реальной жизни. Где мой волшебный маркер? Вот так вот. Эй, пацаны, скорее сюда. Тут такое. Чебурек, что тут такое? Чебурек, что такое? Что-то такое, Марк? Не знаю, наверное, портал. Ты думаешь? Да. Ну что, пойдем? Ну пошли, погнали! Ё-моё! Это папа! Я не знаю, но что-то мне это напоминает! В это сложно поверить, но мне кажется, ты прав. Здесь все так реалистично, смотри. Вон там, видишь? Вон ключ. А вот там внизу шипы. А вон там, видишь, вот там, да. Там выход. Поиграли, называется на планшете. Эй, нечего скисать. Нужно думать, как выбраться отсюда. Самое ужасное, что я не вижу портал, через который мы попали сюда. Может, чтобы выбраться, нам нужно уровень пройти. Я думаю, это хорошая идея. Давай попробуем. Вперед за ключом! Так, держи меня за руку, чтобы ты не отставал. Или вообще иди передо мной. Идем прямо. Тихонько. Смотри, обрыв. Я не знаю, как мы туда спрыгнем. Тебе не страшно? Нет. И давай, раз, два, три, оп! Если я не ошибаюсь, там снизу, вот там, шипы. Главное не наколоться. Так, давай немного вперед. Пойдем. А сейчас нам нужно запрыгнуть наверх. Да, точно, вот туда. Готов? Да. Раз, два, три, оп! Отлично! Ну что, пошли дальше. Вау! Ты что? Папа, как думаешь, как мы сюда попали? Я не знаю, может быть, этот чебурек как-то подстроил. В любом случае, когда вернемся назад, не будем ему отказывать в игре в мяч. Согласен? Да. Ну ты он какой-то тип. Приготовься, папа! Сейчас нам нужно прыгать вниз. Давай, на счет три. Готов? Да. Раз, два, три. Оп! Маркуша, слушай, вон там наверху ключ. Может быть, ты подождешь меня здесь, а я за ним быстро сгоняю? Нет, может, я сгоняю? Ну, хочешь, давай ты, я не против. Я сам. Сам ты сможешь? Да, жди меня. Хорошо, я тогда буду следить за дверью, а ты быстро сгоняй на дверь наверх и забирай ключ. Хорошо? Ну, давай. Так, немножко вперед пройду. Давай, Маркуха, осторожно только смотри, там вон шипы сверху, видишь? Хорошо, пап!
Отлично. Осторожно, и там шипы тоже. Да, да, спасибо, пап. Так, я сюда прыгну и заберу ключ. Вот он, ключик. Круто, молодец. Осталось совсем чуть-чуть. Так, ты что, Маркуха, я к тебе! Хопа. Отличная работа, сынок! Ты просто умничка! Скорее к выходу! Мы уже у цели! Стоп! А что, если мы не выберемся из игры, а просто перейдем на следующий уровень? Стоп, ребята! Посмотрите и другие видео на моем канале. Ставьте видео лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!